Жертв блокады Ленинграда вспоминали в Малаховке. Там в культурно-досуговом центре «Союз» прошел всероссийский показ фильмов о защитниках Ленинграда. После мероприятия ветеранов ждала встреча со школьниками и интересная беседа. Блокада Ленинграда – это пример неиссякаемого мужества. И этот пример, конечно, останется в веках. День, когда 76 лет назад Ленинград был осажен фашистами, в Малаховке вспомнили вместе с ветеранами и школьниками. Для них прошел кинопоказ короткометражных фильмов, участников фестиваля «Перерыв на войну», «Перерыв на кино». Также в рамках мероприятия свои нелегкие истории жизни рассказали ветераны и участники войны, дети блокадного Ленинграда. Особенно тяжелой была зима 41-го года. Вы представьте себе. Ежедневная норма для жителей, вы, наверное, уже слышали об этом, была 125 грамм хлеба. Люди умирали в квартирах, в своих домах, на улицах. Умирали семьями. Организаторами мероприятия стали активисты движения «Молодая гвардия». Также они подарили символические подарки ветеранам, а школьники прочитали стихи о войне. Мать будет матерью, и муж вернется мужем, и дети будут здесь, но не сейчас, потом. Ветераны, в свою очередь, выступили с песнями военных лет. Знакомые мелодии и их голоса звучали в зале, как доблестный пример крепости человеческого духа. Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.